Социальная газификация. Этой теме был посвящен очередной брифинг, который провел директор акционерного общества «Мособлгаз» Игорь Баранов для жителей городского округа Щелково. Те из них, у кого были вопросы к руководству организации, пришли на встречу и имели возможность их задавать и получить ответы. По президентскому проекту, вступившему в действие в стране, в Московской области удается наращивать темпы работы. Игорь Баранов отметил, что газ получили 30 тысяч жителей. Если говорить в целом о Московской области, я напомню, что на этот год у нас план стоит 1113 населенных пунктов должны быть газифицированы. На сегодняшний день, буквально сегодня, мы полностью завершили газификацию 700-го населенного пункта. Это населенный пункт у нас в городском округе Пушкино. Также на брифинге было сообщено, что в городском округе Щелково работы в этом месяце идут в нарастающем темпе. Сейчас уже подключено к газу 11-тысячное домовладение. В президентский проект вошли 55 населенных пунктов. Работы закончены в четырех из них. Деревни Первая Алексеевка, деревни Булакова, деревни Старопареева и селе Душоново. Также директор Мособлгаза отметил, что в общей сложности до конца этого года догазифицировано будет 1113 населенных пунктов Подмосковья. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.